В актовом зале 8-й школы собралось 19 семей со всего города, которые воспитывают двух и более детей. Здесь для них прошел настоящий праздник, посвященный Дню знаний. Цель – сплотить мам, пап и их чад. В начале конкурса участники охарактеризовали по очереди яркими эпитетами свои маленькие, но дружные коллективы, а затем приступили к выполнению заданий. Одним из основных направлений Белорусского союза женщин – работа, это является работа с семьей. И мы знаем, что крепкая семья здоровая, тогда и крепкая нация. Поэтому в канун учебного года, да, такое вот пришло, наверное, желание где-то собраться с семьями, вместе поучаствовать в каких-то мероприятиях. Конкурс прошел в 3 этапа и включил в себя домашнюю, классную и внеклассную работу. Все как в школе. Родители и дети творчески себя проявили и совместно решили различные задачи. Выступления семей оценивали представители общественных организаций Белорусского союза женщин, Фонда мира и Белой Руси. Сегодня семья – это главное. Человек воспитывается в семье. И то, что будет заложено основой в семье, то в будущем будет получаться и человек. Тем более это все планировалось провести накануне Дня знаний. Семья Поддубских, узнав о том, что будет проходить конкурс, сразу приняла решение в нем поучаствовать. Александр и Алла воспитывают 3 дочерей. Старшая пойдет в 4 класс. К учебному году уже подготовились, говорят родители. Очень долго к этому готовились. Как только узнали, сразу же начали все вспоминать, где, что, фотографии даже специально делали. То есть абсолютно серьезно. Дали всем задания, делегировали. Старший ребенок песню учил. Мама занималась подготовкой к творческому конкурсу. А папа помогал морально всем. До того, как были озвучены результаты состязания, слова напутствия перед началом учебного года получили и будущие первоклассники, которых специально пригласили на этот праздник. От Белой Руси они получили на память приятные подарки. Что касается победителей конкурса, то они оказались в каждой номинации. Семьям были вручены ценные призы и денежные премии, в том числе и нашим героям Поддубским. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.